каждой пятой семье в Сыктывкаре успешными в карьере оказались старшие дети, в каждой шестой – младшие. При этом в большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. Это новые данные исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб». Итак, 46% родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 60% семей оба ребенка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учебе. В каждой второй семье дети закончили школу по-разному. 25% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 22% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребенка. Понятно, что разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И все-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребенка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.